Ну что, друзья, не будем долго томить, продолжаем. Это очередная серия по Silent Hill Downpour. И мы... Что это у нас тут такое? А, у нас тут две чаши весов, я так понимаю, что-то сюда надо покласть. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть, наверное, вот это, знак траура. Это одна из улик, по-моему, которые мы подобрали. И сама улика у нас еще есть. Давайте посмотрим. А, наверное, надо на одну чашу весов, да? Посмотрим. Ну, пожалуйста, выбери. Вот. А, заточка, наверное, нужна, да? Заточка. И нужна сама улика. Вот. Это все, что мы нашли в душевой. Сейчас посмотрим, на чьих весах будет справедливость. Отлично. Все вроде бы хорошо. Мы избавились от ненужного хлама и можно двигаться далее. Ой, дерьмо, что это такое? Что это такое? Кимми, это ты? Ух ты, мать твою. Что за движение рукой? Блять. Ты что делаешь, мать твою? Родишь полегче. А что с ним делать-то? Это же босс, что ли? Так, подожди. Подожди. Сейчас что-нибудь придумаем. Какая-то труба или что это было такое? Слушайте, не разрешает. Он не разрешает пока это делать, судя по всему, да? Хорошо. А, аппарат искусственного, видите, дыхания. Так выглядит. Это тоже пока нельзя, да? Нет. Бля, подожди. Твою мать, а. Я сейчас буду пока разбираться, как его убить. Вот в чем вопрос-то. Отлично. Как мы зашкерились-то. Удобно. Он, видимо, тоже света боится. Что вполне очевидно. Да-да-да-да-да, не свети меня! Так, теперь, я так понимаю, можно спуститься. Вот аптечка, кстати. Погнали. И сейчас, возможно, шлангу выдернуть можно, да? Возможно, они поддерживают его жизнь, да? Тащи, тащи, давай, родненький, давай. Не, ну, в принципе, понятно. Но вряд ли мы его полностью убили. Все, угандошили его, нет? Ну, если так это делается довольно просто. Поехали. Поехали? Не хочешь? Сейчас выдернем тогда вторую. А, вот она, видите? Блять! Ты что делаешь, мать твою? Не надо, больно. Живи, 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 кретин. Живи. Давай. Не, ну это, в принципе, несложно. Так-то несложно. Тут главное аптечку там... Тихо. Нету аптечки. Чалька. Готово. Направляем на этого ублюдка. И спускаемся. Давай. Он ничего сделать не сможет. Прожектора горят вроде бы долго. Так что... Сейчас выдернем еще одну. Питательную трубку. Можно ее даже так назвать. Давай. Чтоб дерьмом тебя не подкачивали. Сейчас все выдернем. Мёрфи у нас гениальный ассенизатор. Готово. Это вторая, там еще, по-моему, третья есть такая же. Ну, босяк, в принципе, такой несложный, я вам скажу, знаете. Не особо. Так, сюда ли нам? Нет, не сюда. О, ни хрена его вштырил, ты. Беги. Так, вроде бы хорошо его отпустило. Так, подожди. Теперь, друзья, надо понять нам, как перебраться на те другие стороны. Ой, ни хрена. Это было больно. Наверное, сюда. Что-то мне подсказывает, что где-то здесь, наверное, пробежаться можно. О, нет, стопэшка. Блять. А, это нам говорят, что явно сюда нельзя, наверное, да? Или можно? Нельзя. Как вы видите, тут пройти нельзя. Я просто думаю, может, аптечку там найти или что-то такого рода. Может, не помешало бы. Тихо, родной, тихо, не агрись. Ща найдем, как тебя усмирить.
Мёрфи просто не может перепрыгнуть, насколько я понял. Мы туда не можем перепрыгнуть при всем желании. Мёрфи, давай. Тут подняться тоже нельзя, да? Так, ладно. Одна трубка есть, вторая трубка есть. Блядь, стой! И тут мы открутили. А как же нам туда перебраться-то? Вот на ту сторону очень нужно. Не прыгнет здесь. Тихо, сейчас угандошит же. Ребят, что-то я пока не догоняю, как нам туда добраться. Но как-то надо бежать это дело. Явно надо бежать. А, птичек у меня нету, вот это хреново. Хреново, надо на ту сторону. Тихо, живи. Живи, кусок дерьма. Тоже нельзя. А, там не получается, потому что там крутится такая хрень. Сейчас что-нибудь придумаем. Тут не перепрыгнуть, да, Мёрф? Печалька. И тут мы не можем подняться. Так, ладно, можно хоть передышать. Давайте камеру тоже крутить. Да что за дерьмо, а? Единственный вариант, куда можно бежать, так это вот, вот это место. Как видите, он любит нас погандонить тут. Хорошо, давайте тогда убьем этого. А может, как-то можно и пройти? Хреново, знаю. Тут, например, зашкериться, потому что нам очень хреново. Давай, иди сюда. Отлично. Так, дружбанчик, ну что? Где-то он здесь появлялся, по-моему. Давай, плюй. Блядь. Ты говноед, а? О, он пропал, оказывается, вот как это дело делается-то. Ах ты мать твою, мы столько жизни потратили. У-у-у, какой ты дерзкий, ёпта. Падай. Бежали, дальше сейчас опять появится плю. Блять. И пропал. Отлично. Можно, получается, просто в сторону отходить, как вариант. Да ёб твою налево. Блять. Лишь бы не помер, ублюдок. Живой? Хорошо. Отлично. Так, девочка, давай. Блять. Это уже, это знаете, это уже забавляет. Ну, по крайней мере, я знаю точно, куда бежать. Вот только если сначала это делать, это, конечно, хрень. Сейчас посмотрим, откуда мы начнем. Если реально с самого начала, именно все эти штуки отсоединять придется, тогда уже без записи. Попробуем. Так, ну что, ребятки, вроде бы как прошли, более-менее нормально. Движемся к последней штуке, которая... Блядь, если он нас не убьет, я там аптечку еще нашел. Давай-давай, нет, ковнуло. Это хреново. Ты живой? Давай-давай-давай-давай-давай. Это вроде последнее или предпоследнее, судя по всему. Так, ждем, пока он киданет, наверное, нет? Ай! Живи, Мёрфи. Живи пока. О, готово. Так, есть аптечка тут? Есть аптечка, хорошо. Погнали. У меня еще дробовик за спиной, я про него совсем забыл. Но думаю, пока он нам не нужен. Пока и без дробовика вроде хорошо обходимся. Ай-яй-яй-яй, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, что там? Что-то его контузит конкретно, ёпта. Жесть-то какая, ладно. Что нам делать дальше, давайте думать. А, он не разрешает, видите? В любом случае нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Он там еще есть. Больно. Уклоняться нельзя. В этой игре, я так понял, не предусмотрено. Быстрее, 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 быстрее. Готово. Давай. Так, тут аптечка есть. Аптечек нет. Это печалька. Так, ну что, я надеюсь, мы с ним сейчас расправимся. Больше никаких электрических токов не будет, ничего. Давай, 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 давай. Давай, Мёрфи, давай! Надо это сделать, надо готово. Ну что, это было последнее вроде, он сдох уже, нет? Что за существо, непонятно, друзья. Но это какая-то огромная кики. Блять, живой еще? Да ладно, ёпта.
Что, шутишь, что ли? Шо? Блять. Предположим, друзья, что он живой. Но у меня жизни-то в ногах просто. Побежали. А, вон еще можно сделать, смотрите. Блять, живи, Мёрфи, прошу тебя. Я-то думал, это последнее. Он гандошит просто по-черному. Давай. Так, пусть кинет. Пусть кинет, мы зашкиримся. Нормально. И продолжим дальше. Что-то многовато тут этих штук, конечно. Есть аптечка? А нахуй аптечка. Мы и так пройдем, да? Он и так нас угандошит. Давай. Потому что тогда нас током жахнуло, это было эпично, конечно. Так. Ну я надеюсь, это хоть последнее, нет? Сколько там этих труб у тебя еще? Все, сдох, слава богу. Сдохло это дерьмо. Ух. Да, Мёрфи, отдышись точно. А, вот кого мы жахнули. Как вы могли? Что? Он был хорошим. Человеком хорошим. О чем вы говорите, черт подери? Эта тварь пыталась меня убить. Это не человек, это чудовище. Нет. Нет, все не так должно было пройти. На это я не соглашался. Мёрфи? Это ты? Офицер Коллеридж? Боже, как же я рад, что это ты. Эта штука явно разошлась не на шутку. Я знал, что тебе хватит ума, чтобы обойти ее стороны. Что ты здесь делаешь? Сьюзел сказал, здесь с вами все... Ты часом его не видел? А он не отвечает по рации. Ты в порядке, Мёрф? А то видок у тебя не ахти. Что это у тебя там сзади? Какого черта тут происходит? Нет. Я не соглашался на это. О чем ты говоришь? На что ты соглашался? Скажи, Мёрф. Что здесь происходит, Сьюзел? Почему ты не отвечал по рации? Тебе стоило бы научиться держать свою пасть закрытой, Фрэнк. А теперь мой друг Мёрфи прикроет ее вместо тебя. Мёрфи, не надо. Не делай это, Мёрфи. Ну же, Мёрфи, ты же должен выполнить свою часть сделки, так? Давай, черт, сучара, Мёрфи! Нет. Знаешь, мой отец был просто гением. Неважно, кем ты был. Членом семьи, другом или даже заключенным, он ко всем относился с уважением. Всегда пытался найти в людях самое лучшее. Я очень хотела быть как он. Ты не понимаешь. Твой отец относился ко мне как к своему сыну. Я бы никогда... Знаешь, он умер далеко не сразу. После того, как ты выбил из него весь дух, он долгие годы провел в инвалидном кресле. Как гребаный овощ! Ты об этом знал? Я должен был смотреть, я должна была смотреть на это. Это гений обделывается под себя. И так изо дня в день, изо дня в день. Каждый раз, когда я смотрел на него, знаешь, что я видела? Послушай, я видела монстра. Я видела тебя. Прошу, успокойся, позволь мне объяснить, как все происходило. Знаешь, сколько мне пришлось сделать, чтобы получить разрешение на твой перевод? Чтобы вытащить из тюрьмы все эти звонки бесчисленные. Мерзкие дела, которые я должна была сделать, чтобы выйти на тебя. Не нужно было это делать. Мой отец был хорошим человеком. Он не верил в возмездие. Я зато верю. Хедшот. Отлично. О, Бугимен, твою мать. Хэнепати. Сейчас повеселимся, телочек. Да похуй, стреляй сколько хочешь.
Иди сюда, моя сладенькая. Ты заплатишь за содеянное, да? Тихо, ну иди, что ж ты стал-то, ёпта? Как насчет пробежаться? Сюда пошла. Сюда пошла, сладенькая моя. Сейчас мы ее жахнем, ёпта. На, ёпта. Один удар, и все. Так. Ну, честно говоря, мне не хотелось бы ее убивать. Ее можно понять. Но вот теперь мне понятно, чье тело мы видели на инвалидной коляске, еще когда были в мэрии, в библиотеке, вот на протяжении всей игры. Следы вот эти, помните, я еще говорил, от инвалидного кресла. Теперь все стало на свои места, теперь понятно. Что произошло, теперь мы хоть знаем. Так, пощадить или убить? Давайте нажмем А, чтобы пощадить ее. Я не буду ее убивать, она не заслуживает такой смерти. Ну, Бугимен, конечно, эпичный. Бугимен тащит именно конкретно. Так, вот мы уходим. No. Я не сделаю этого. Yeah. Да, я думал, что ты так скажешь, Мёрфи. No. Нет. Господи, да ты размазня, Мёрф. Выродок убивает твоего пацана, ты приходишь все вокруг пепла, повав за решетку вместе с ним. И что происходит, Мёрфи? Я преподношу его тебе как рождественского гуся, а ты даже работу не хочешь завершить, ублюдок. Бьет его по лицу. Нет, я должен пойти туда и прикончить ублюдка за тебя. Я лишь прошу об одной небольшой гребаной услуге. Мёрфи, беги. Беги, Мёрфи. Пожалуйста, беги. И это вместо благодарности! Фрэнк! Поднял руки, чтобы я их видел, тварь. Ты сучий потрох. Я не буду повторять дважды. На связи Сьюэлл, ранен офицер, 10-2-0, блок С в душевой, конец связи. Ты не станешь что делать. Это не я. Как думаешь, чьи отпечатки на этой заточке? 10-4, помощь в пути, держитесь. Понял вас? Нужно было просто сдержать свою часть сделки. Но. Убийцы копов здесь долго не живут. Прости, Фрэнк. Подстава жесткая. Ну, за такое либо смертная казнь, либо пожизненная, смотря как они там его осудят. Прости, Фрэнк. Ты не виноват. Я виноват в его гибели. Пендлтон. Мне жаль. Я прощаю тебя. Давай обнимемся. Обнимашечки. А если это конец, то это хороший конец. Ну, мне кажется так. Тут 5 или 6 концовок, есть альтернативная концовка, я уже рассказывал, есть с сюрпризом концовка, и 4 основные там, в зависимости от разных факторов ваших решений. Это же... Мы свободны? Да. Думаю, что да. Всем частям, автобус тюрьмы Райл попал в аварию. Есть жертвы восток от 73-го, пожарные спасатели выехали. Я пойду, наверное. Думаю, так лучше будет. Погоди. Куда ты идешь? Мне нужно быть в одном месте. Мёрфи, стой! Одежду, наверное, да? А, не, спасибо. За что? За правду. Я думал, она ему одежку какую-то подгонит. Ну и на этом спасибо. Ремень задом наперед одел. Кажись-ка. Так, ладушки. Слушайте, так мы начали, что игру закончили там, где она началась, что ли? На месте, где разбился автобус этот. Эпичненько. Yeah,
Эй, тёлочка, дай свой номерок, какая задница у тебя приятная. Ох, я бы с тобой пожигал. А, ну по ее глазам видно, что сейчас будет мстя. Мстя ее будет жестка. Эй, почему ты так быстро сюда вернулась, сладенькая? Чпокнуться хочешь? Не можешь налюбоваться местом? Что за чертовщина? Ты работал вместе с отцом. Фрэнком Коллерджем. Да, и что? Надо поговорить. Пиф-паф. Мы прошли это Silent Hill Downpour, друзья. Классно. В конце классно, мне понравилось. Было столько экшена, было эпичности. Они под игру, по-моему, именно раскочегарились на полную. Столько было интересных моментов. Да и за всю игру тоже. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Хотя многие говорят, что так себе вышла игра. То есть это уже не Silent Hill. Просто убираем отсюда Silent Hill в названии и называем игру Downpour. Разработчики Vatra Games. Насколько я знаю, это чехи. И сейчас у нас играет главный саундтрек, к которому тоже, кстати, придирались к этой мелодии. Мол, корновцы что-то там не очень сделали. Как-то фальшиво, что ли. Мне нравится. Мне нравится трек, мне понравилась игра, она классная. Единственное, что если бы она где-то на полгодика позже вышла, когда бы пофиксили все баги, Брайан Гомес, дизайнер, директор по дизайну и прочей фигни. Брайан, это круто. Да, не хочется просто что-то говорить, когда играет такая классная мелодия. Я с вами прощаюсь, до новых прохождений. Увидимся на канале, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Брайан, пока-пока.